Цяпер у першую чаргу па прапісцы. За кожнай з гімназій рашэннем гарвыканкамаў замацаваны пэўныя мікрараёны. Менавіта іх маленькіх жыхароў гімназія павінна забяспечыць месцам за партай у прыярытэтным парадку. Тады, калі застануцца вольныя месцы, навучальная ўстанова можа прымаць дзяцей без уліку рэгістрацыі. Сёлета брэсцкая гімназія нумар 2 папоўніла свае шэрагі 109 пяцікласнікамі. З іх 31 залічаны па прапісцы. Большая частка, а гэта 78 дзяцей, прыйшлі з усяго горада. Эти 31 учащийся я гарантированно обязан был взять, зачислить 5 класс. И они приносили уже, в принципе, все документы вместе с заявлением, а остальные приносили только заявление. А потом, значит, 29 августа мы их обзвонили, говорили, что вы можете приносить документы, и вы будете зачислены в 5 класс гимназии. В принципе, наверное, мы отказали человекам 6-7, которые пришли позже, и уже не получилось нам взять всех желающих. Што тычыцца вучэбнай праграмы, то адметных асаблівасцей паміж школай і гімназіяй зараз няма. Дзве дадатковыя гадзіны замежнай мовы – тое, што іх адрознівала. Яны і засталіся, але навучальныя ўстановы самі могуць вырашаць, на якія прадметы іх выкарыстоўваць. Статус гімназіі захаваўся, змяніўся сярэдні бал навічкоў, якія прыйшлі ў 5 клас. Если ранее в 5 клас нам приходили дети, которые сдавали вступительные испытания 8, 9, 10, то теперь к нам пришли детки, которые имеют за 4 класс 6, 7, то есть им тяжелее обучаться, потому что планка на самом деле высока. Тое, что планка сапраўды высокая, говорят сами наставники, перед якими так само повстали новые задачи. Теперь у гимназистском 5 классе дети с разными узроўнями подрыхтовки, тому и урок потребно будовать инакш. Конечно же, учителю приходится свою работу корректировать. Если раньше мы работали с сильными учениками, и работа была всегда на сильного учащегося, то сейчас происходит, нужно дифференцировать свою работу. Должны быть готовы задания как для учащихся, которые успевают на 9, 10, 8, так и для тех, у которых есть похуже знания. Веды ва ўсіх розныя, аднак, як заўважаюць настаўнікі, у гімназію ўсё роўна прыходзіць шмат падрыхтаваных і мэтанакіраваных дзяцей, якія ў сваю чаргу будуць ствараць матывацыю для адстаючых вучняў. Я прыйшоў у гімназію, чтобы вывучыцца і стаць праграмістам. Мне здесь очень нравится. Я готовился к гимназии по сборникам. Я поступил в 5 Г-класс. Тут очень умные учителя, и все они мне нравятся. Они очень опытные и обучают нас всем своим знаниям. Я пришла во вторую гимназию учиться из 37-й школы. Я готовилась к поступлению. Но по сложившимся обстоятельствам в гимназии отменили экзамены. Мне здесь очень нравится учиться. Проведенные реформы повинны становча поуплывать на якость адукации для усіх дзяцей, лічаць у Галовном управлении адукации в области. Чем было вызвано вот эти изменения? Тем, что действительно ведь дети переживают огромный стресс. Мы должны в первую очередь думать о их здоровье. Вот. И о создании условий одинаковых для всех детей в получении образования. Вот эти цели достигнуты этими изменениями. Пакуль рабіць вынікі рана, кажуць у гімназіях, таму толькі з цягам часу стане ясна, ці захавала гімназія не толькі свой статус, але і аўтарытэт. Анастасія Цікун, Тыграна Капян, Тэлерадыёкампанія Брэст.